Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам покажу, как я опыляю дыни на подоконнике в квартире. В квартире пчел нет, поэтому пчелкой поработаю я. Вот, например, один цветок, он имеет маленькую дыньку тельце, и опылять надо мужским цветком. Находим мужской цветок. Берем мужской цветок. Обычно мужских цветов больше, чем женских. Итак, срываем мужской цветок и аккуратно отрываем лепесточки. Я уже оторвала листочки и теперь буду опылять вручную. Берем и опускаем женский цветок, чтобы пыльца с мужского попала в женский. Так проделываем 3 раза. Срываем опять мужской цветок, опять же опыляем. Это делается для того, чтобы процесс прошел успешно. Все, ждем результат. Если процесс прошел успешно, то через пару дней плод будет увеличиваться. Всем спасибо за внимание и до новых встреч, друзья. Пока-пока.